приятно. Привет! Я волшебная кисточка. Я люблю рисовать и раскрашивать. Сегодня на моей палитре разные оттенки синего и голубого цвета. Смотри, как их много. Ультрамарин. Это темно-синий оттенок. Такого цвета бывает синяя птица, которая живет в горах Азии. Ночной синий. Это цвет неба поздним вечером. Сапфировый. Смотри, какой красивый драгоценный камень, сапфир. Королевский синий. Васильковый. Тебе знаком цветок василек? Лазурный. Это цвет камня лазурита, из которого делают украшения. Персидский синий. Такого цвета керамическая посуда во дворцах Персии. Незабудковый. По названию цветка незабудки. Небесный. Слово «аква» означает «вода». Бирюзовый. Бирюза – еще один красивый камень, из которого можно делать украшения. Цвет яиц дрозда. Глубокий атлантический. Этот оттенок похож на цвет воды в морской глубине. Деним. Это цвет джинсовой ткани. Синий стальной. А теперь фокус. Что получится, если смешать синий цвет и белый? Вот так. Получится голубой цвет. А сейчас неси любую игрушку синего или голубого цвета и попробуй определить ее оттенок.